Когда космические лучи бьют мне в голову, я начинаю включать упоротые игры. А мы, господа, сегодня мы продолжаем играть в бешеного осьминога отца. Он очень примерный семьянин, а всем бы отцам быть такими, какой он есть. Так, как вы видите, мы все так же передвигаемся очень странно. Нам, по ходу дела, надо взять корзинку, потому что без корзинки пойти в магазин, ну, это нереально. А можно ее на голову одеть? Ну-ка, давай. Давай. Ну-ка. Опа! Мимо. На себя и... Я нифига не понимаю, что происходит. Так, ладно, берем ноги, пошли ногами. У нас корзинка, главное, есть. Так, за нами следят. Мужик, ну ты же знаешь, я обычный человек, взял... Иду за покупками. Ну, в общем, ты понял. Так, здесь все автоматизировано и управляется дистанционно. Ни хрена себе, это как это так? За мной смотрят. Извините, мадам. Так, мне кажется, все-таки вот эта вот фигня, которую я взял, она... Да выкинь ты ее куда-нибудь. Во, наконец-то. А, она не нужна, нам нужна коляска, я уверен. Хоп. О, уронил. Так, берем следующую. Так, как бы так за коляску-то взяться? Опа, все, нормально. Найдите же замороженную пиццу. Пошли за замороженной пиццей. Так, пицца. А, вон там, наверное, там, где холодильники. Что-то коляска у меня опять упала. Ну как так вообще можно? Вот, прикиньте, вот вы заходите в магазин и видите там вот такую херню передвигающуюся. Да ладно, эта коляска меня оттягивает назад. Все, ну нафиг. Так, а пицца-то где? Так, курица-гриль, вижу. Ой-ой-ой, бутылки какие-то. Ребята, где пицца? Там вон что внутри? Картошка какая-то. Во, я вижу пиццу. Ура! Не, ну так-то я ее нашел, но я почему-то ее не могу взять. Может быть, тележкой разбить стекло? Не берет, не берет он. Так, хорошо. Оп. О, а можно так насквозь пройти? Так, стоп. Давай, наверх. Наверх карабкайся, мне нужна пицца. Давай, лезь наверх. Отлично. Не получается. Во, есть. Давай. Еще чуть-чуть. Да брось ты этот пакет. Огонь, парни. Да брось ты этот пакет. Тебе пицца нужна. Хоп. Ничего, чтобы тут лазим по полкам. Опа. Ну давай, работай. Слушайте, у него лапы перестали цепляться. Как так? Оп. Просочился, твою мать. Ой-ой-ой-ой. Эй, куда это меня? Оказывается, вот оно как можно было все сделать. А я что-то сложным путем, по-моему, пошел. Пицца! Отлично. Да будьте хлопья Томми. Это хлопья Томми? Нет, это не хлопья Томми. Отлично. А, пошли за хлопьями, а это восхитительно. Где же их можно найти? Хлопья, где вы? Че, это тут все развалил? А где хлопья, мать вашу? А вон там что-то, смотрите, сверху.
Maybe for a big party? Only Gervison's has a Soda City big enough to handle all your Soda City events. Ох, нифига себе, что это было? Телепортация, ребят. Уц-уц. Так. Тан-таран-тан-тан. Тихо, идем. Идем, да, да. Я чувствую себя Кинг-Конгом, который штурмует небоскреб. Залез твоего. Че это? Виски какой-то. Так. Давай, бери. Бери колу. Еее! Да, я взял ее. Где охрана этого магазина? Так, тащите идеальное яблоко. Извини, мужик. О, я подскользнулся, не думайте. О, детка, покатай меня на своей коляске. Покатай меня. О, я смотри, как... Блин, я завязался вокруг коляски. Я не знаю теперь, как развязаться, если честно. Майнкрафт? Ребят, я не знаю, как развязаться, честно. Я жесть завязался. Мужик, дай я тебя потрогаю. Блин, а как вылезти отсюда? Я реально не знаю. Ой. Опа! О, все. Ух! Наконец-то! Я сделал это. Шипит. Взорваться будет? Я не взорвался. Так, мне нужно молоко. Не это. И не это. Чуть повыше. Оп, я чувствую себя Майклом Джексоном, когда так хожу. Да что ж ты не то все берешь? Ну, давай. Во. Yeah, Zed Milk. Отличное название компании. Это молоко. Можно еще вот так сделать, смотрите. Блин, не получается. Так, что нам еще? Яблоко нужно, да? Так, а где у нас овощи? А, овощи там за стенкой были. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, господи, что происходит? Ух, такое ощущение, что я упал. Бутылка колы улетела. Вон она, я вижу. Твою бать, что я произвел только что? Сальто мортале. Яблоко! Так, хлопья Томми все-таки я еще не умудрился не добыть. Ух ты ж! Опа! Как это смешно все выглядит, да? Извините, мадам. Я ищу хлопья. О! Последняя коробка хлопьев. Ну все. Оп, она видит. Что вы делаете? Стою. Просто стою на месте, что ты? Та-та-ра-та-та-та-та! Лоб, я готовы. Получите образец суши в задней части. Суши в задней части, это вообще восхитительно. Что такое суши в задней части? А, где задняя часть, извиняюсь. Суши, это где? И где у этого магазина задняя часть? Опа! Ах ты ж твою мать! Это повар! Ой! Ой-ой-ой! Не сообразил.
Что? Заново? Вы чё, прикалываетесь? Хорош танцевать, пошли наверх. Тихо, тихо, держись, да куда ж ты падаешь? Жесть. Хватит, я не хочу. О, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Да, неужели? Неужели я сделал это? Ура! Ура! Это победа побед! Бежим! Бежим! За нами бежит повар! Повар спрашивает у повара. Повар, по стеллажам. Давай, 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 бежим, 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 бежим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, он меня хочет убить. Давай, выходим, выходим отсюда. Да что ты зацепился там за что-то? Фух, все. Ага. Еще и заплатить надо. Как он классно летает. Так, вот ты где, говорит. Все время попадаешь в какие-то истории. Что ты там делал? Да я так с поваром общался. Блин, я вообще какой-то склизкий тип. Смотрите, как я умею. Мне это напоминает одну бешеную японскую рекламу. Там, где они ползали вот такие. Тара-тара-та, джигу. Все, я ее сейчас убью. Пара-пара-па-па-пару-пару-па-па-пару-пау. Где мне взять деньги? Жена. Жена? У тебя есть деньги? М? Я тебя обниму. Так тебя еще никто не обнимал. Дай денег. Денег дай. Денег дай, я сказал. Смотри, я танцую. О, как я могу. Блин, что делать-то? Может, вот это аппарат? Когда я очки успел одеть, ребят? О, голые мальчики, берем, берем, берем. Опа! Гениально! Итак, продукты мы купили, отправляемся в океанариум! Ура! Обвиняющий немного грубые бульки. Ну, значит, нас двое. В машину, дети! Ура! You can come to the aquarium with your family, or you can walk home alone. Вот сейчас вот взял вот эту бутылку Пепси и прям по затылку ей, на? Жесть. Очки вообще ему идут. Ведь и ты осьминог, зачем тебе еда людей, спрашивают. Витя, ты сделал мой день. Отличный комментарий. Смотри! Вот сурвоктопус. Как приготовить осьминога? Honey, are you all right? What has got you so spooked? Okay, I'll just have to add that to the list of questions. Don't worry, we're here for you. Now, let's get some tickets. Я до сих пор не понимаю, она знает, что он осьминог, или не знает? По-моему, она какая-то странная, вам не кажется? Возьмите купон у Скарлетт. Ох, не хочу я его брать, видишь, как хожу аж. Жена. Купон. У меня есть купон. Получите билет. Оп, извините. У меня купон, я без очереди. Оп. Что такое? Так, морские биологи с Рагозу распознают обитателя. Так, значит, нам надо их как-то обойти. Что я могу сказать?
На, у меня есть... У меня есть... Что, опять ты в желтом платье? Сейчас я тебя изобью лапой. На тебе, вот так, я знаю карате. Ишь какая. Говорит, что я не без очереди. Конечно, я без очереди. Я самый главный. Ту-ту-ту-ту-ту. Билет-то мой отдайте. Так, пройдите через турникет. Ты как? Тин-тин-тин-тин-тин. Сейчас мы в обход, наверное. Оп, извините. Я не хотел. Ту-ту-ту. Тикетс. Я вам принес. Я вам принес целый билет. Турнстайл. А меня, наверное, не пустят, как обычно. Или я не смогу протиснуться, да? Вот. Ух ты. Так, кианолог. Извините. Извините. Я нормальный. Ничего личного. Я человек. А я правильно иду? А, да, все, я правильно иду, отлично. Эй, куда вы? Найдите Стейси, Скарлетт и Томми. А куда они? Вон они. Это они побежали? Вон там где-то. Кто-то здесь есть, я уверен. Так, я ее вижу. Так, отдайте 7 призов Скарлетт. О, детка. Отличный аппарат. Что, куда дёрнуть-то? О, давай, 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 детка, надувай рыбу. Надувай рыбу. Отлично. Так, приз от нар... Опа! Извини, я ударил тебя призом. Держи, говорит. Отлично. Оп, извини, мужик. Тебе не нужен этот мячик? Опа, еще один поймал. Погоди, я хотел рыбу взять. Он бросает мячики, я их вылавливаю. Дорогая, у меня для тебя есть подарок, от которого ты не сможешь отказаться. Селедка, мать твою, на! На! Жри! Ну что, Хорт, на! Что значит ты... Что значит не нужно? Мне сказали отдать тебе 6 призов. Забирай. Давай. Приз готов. Фух, пойду отдам. Хоть какой-то приз отдам. Так, этот тебе больше не нужен на новый. Просто ронять. Сейчас я залезу и буду их просто ронять. Ну, а иначе это будет очень долго. Опа. Так нечестно, говорит. Ну и что? Зато удобно. Видишь, я даже так не могу. Я даже так не могу попасть. Вы чувствуете, да? Аппарат напарил. Для нас нет правил. Правил для людей. Без спинок. На. Упс, извини. Все. Справился. В аквариуме, говорит, открылась течь. Почему бы тебе не заняться заделкой? Это вообще дико. Ну как я могу заделать аквариум? О-оу. Here, use these. I don't want them
А! Что происходит, ребята? Аквариум пробивается. Чё-то мы сейчас, по-моему, тут тонемся. Не, ну я-то осьминог. Я могу все что угодно сделать. Что, еще больше? Что? Опять 7 игр? Не, ребят, все, я на это не готов. Я думаю, достаточно. Мы посмеялись с вами, а даже на последнем моменте, когда я сказал, что опять заново. Все, хватит. Приехали. Спасибо, ребята, всем за внимание. Ставьте лайки этому видео. Я думаю, больше мы его не увидим. Этого человека нет, этого осьминога. Он забавный, но слишком упоротый для меня. Спасибо за внимание.